Блин, так хорошо спел, молодец, да, ты умничка такая. Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Вы долго просили в комментариях разобрать песни этой группы, и этот день настал. Сегодня мы с вами разбираем песню «Слишком влюблен» от Нервов. Кстати, да, это не последний разбор на песни этой группы, поэтому обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новые разборы. Тем более у меня на этот год есть цель собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном YouTube по укулеле комьюнити. Ну, хорош болтать. Бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как это выглядит. Пойми, прошу, ты очень-очень мне нужна. Пойми, ведь я тобой дышу, ты в это вряд ли влюблена. Но я живу, пока держу твою ладонь в своей руке. И трещины на потолке напоминают мне о том, что без тебя был никем. Прошу, вернись. Или да, умереть мне. Наверное, я слишком влюблен. Я снова начал слушать Земфиру. Ставь твое фото в альбомах, вникая в тебе тысячу раз. Слишком влюблен. Ты в каждой моей мысли, ты вирус. И снова буду ждать тебя дома в бессмысленном поиске глаз. Разбор на укулеле. И вся песня стоит, как всегда, на любимых наших четырех аккордах. Поэтому она супер простая. Погнали. Первый аккорд — аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее идет у нас аккорд B7. Мы уже зажимаем тут БРЭ на втором ладу. И третью струну на третьем ладу. Если у вас есть проблемы с баре, как же это все ставить, как же это все играть, в принципе, что это такое, то на канале есть целый выпуск, обязательно его посмотри. Далее у нас идет аккорд ЕМ, мы зажимаем первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Все вместе это. Последний аккорд, который нам нужно выучить, аккорд С. Мы просто зажимаем первую струну на третьем ладу. Все это вместе. А, М... B7, EM, C. Но такой момент, в нашей песне используется каподастр, который мы ставим на второй лад. Если у вас до сих пор нет каподастра, возникает вопрос, почему? Закажите его на Алике за 30 рублей, а пока возьмите карандаш и резинку и намотайте это пока на гриф. Для одной песни вам пойдет. А теперь выученные аккорды нам нужно переложить на каподастр. Тут все очень просто. Мы теперь считаем, что каподастр — это у нас нулевой лад, и от него уже считаем наши лады. Допустим, если у нас аккорд АМ, мы строим на втором ладу, то есть от каподастра считаем второй лад, первый, второй. Вот вам, пожалуйста, этот аккорд. То же самое и с С, да, на третьем ладу у нас строится. Раз, два, три. Вот это, собственно, вам аккорд. Что теперь касаемо куплета. Куплет мы играем следующим образом. Играем все струны подряд. Можете играть как одним пальцем, просто большим проводить по всем струнам. Или же играть позиции арпеджио. То есть четвертая, третья, вторая, первая. Или таким образом, или таким, кому как удобно. Это мы все играем на один аккорд. И получается у нас... Вот, ну вот таким вот образом состоит весь куплет. То есть ля-ля-ля-ля, та-та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та, ты в лято в это влюблена. Да, но вступление этой песни мы не играем аккорд С, то есть... АМ, Б7 и ЕМ, это наше вступление С убираем. А что касаемо припева, тут мы уже начинаем играть с вами бой. Аккорд те же самые, бой следующий. Вниз заглушка, вверх заглушка. Еще раз. Вниз заглушка, вверх заглушка. Получается, наверное, я слишком влюблен. Снова начал слушать Земфиру. Ставь твое фото в альбомах, вникая в тебя тысячу раз. Слишком влюблен, в каждой моей мысли ты вирус. Снова буду ждать тебя дома в бессмысленном поиске глаз. И во втором куплете у нас уже начинается бой. Бой будет следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх.
Кому сложно, не понимаете, что происходит, медленно еще раз играем этот бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. По-другому, если на слух, то это... Этот бой мы играем на один аккорд. Получается. Зачем ты врешь? Зачем ты жжешь мои стихи? И говоришь, что ты уйдешь. Ты не простишь мои грехи. И так далее весь куплет. Ну а когда мы с вами играем припев за вторым разом, то мы играем тем же самым боем, который только что выучили. И получится. Слишком влюблен. И снова начал слушать Земфиру. И ставь твое фото в альбомах. Вникаю в тебе тысячу раз. Как всегда, раздачный материал, если что, откройте, все там пошагово написано, не переживайте. Но если тебе был полезен этот разбор, то поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Также не забудь поделиться этим роликом со своими друзьями, которые обожают слушать группу Нервы. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!